Всем привет! Снова копаем. Вот уже начали. Сигнал нашел, комрад, а я копаю. Для вас. Специально для вас. Шестьдесят. Пятьдесят восемь. Наверху где-то уже. О, копендосик. Что за оно? Одна вторая. Одна вторая. 1899 год. Да, она самая. Берем. Так, у меня еще один там сигналиус. Тут это какое-то место. А у меня здесь сигнал еще 77 был. Семьдесят восемь. Вообще 80. Какая-то шляпа. Возможно. Или 5 копеек. Ай, какая-то ерунда. Блин. Гильза. Крупнокалиберная. Ну, что-то непонятное там написано. Какой калибр? Сорок третий год вроде. Сверху тройка. Да, эхо войны. Так, еще есть сигнал. Шестьдесят девять вообще. Что-то вынял. 63. Гильза. Шип, блин, какая-то фигня. У меня сегодня вместо монет какая-то шляпа. Так, хороший сигнал. Очень жирный, очень резвый. Даже до 80. Как бы и глубоко, и не глубоко. Нету. Пропал. Потеря, потеря. Вот это да. Где же, где, где, где? Что-то зацепилось. Нифига себе, струя.
Как это возможно? Чернина, что ли? Монета. 2 копейки. 1909. Жарко, не хочется таскать с собой воду. Сохран нормальный, с одной стороны, но с другой потертый. Копилку. Вот, находку нашел. Вещицу, вернее, нашел такую. Пряжка самодельная какая-то. С отверстием, с крючком. Тут, видать, был ремень, зацеплялся. Вырвало. Шмурдяк. Следующая находка. Эхо войны. Мосинка. Патрон от мосинки, скорее всего. Убитый. Сырой порох. Мухи. Мухи-цокотухи. Так. Что-то сегодня нет монет. Всякий хлам по войне. Ну вот, наконец-то выцепил монету. 82-й год, советы. 2 копейки. Блестящая. А, отлично. Хоть такая. Позарастало все вокруг. Кое-где можно походить пятнами. Заброшенная хата. Покажу вам остатки. Скоро все развалится. Скоро все упадет. Мусора. Гора. Сапоги. Всякие. Какая-то сумка. О, блин, я думал точила. Лопату точить. Вот так, печь. Разбили, разобрали. Ничего хорошего. О, может, по песку походить. Программку
четвертую по мусору. Что-то кривое. Так, где тут еще что-то может быть? Да, нету тут ничего. Какая-то бутылка из-под барла или масло. Да, масло подсолнечное советское. Покидаем эту хату. Пойду, наверное, туда похожу. Там где-то школа стояла рядом. Может, будут находки. Сигнал нашел. 78. В одну сторону плохо. Может быть, железо? Вторая ложка черпала от ложки. Одну только что здесь лежит, бросил. Сейчас еще вторую. Ложечное какое-то место. А вот следующий сигнал был 36. Не стал снимать, как, ну, он наверху почти лежал. 2 гроша. Отличная блестящая патина. Песок. Вода уходит сквозь него. Блестит вообще на солнце. Класс. Такой блестящий еще не находил вроде. Год 1935. Забираем. Так, рядом еще сигнал. И голова коня. Какая-то конская башка. Конина, видать. Шутка. Не знаю, куда это прицеплялось. Но сделано добротно. Морда лица у коня какая-то испуганная. Вот здесь ушко было.
не похоже на обломыш, как-то ровно обломалось. Скорее всего, такой и был. Копилку